Счет пострадавших мог пойти на десятки. В четверг в 14:20 на транспортной кольцевой развязке под Бобруйском опрокинулся грузовик. Внутри, помимо водителя и экспедитора, находилось 60 свиней. При повороте на Фондоковский мост машина потеряла управление и опрокинулась. К счастью, ни люди, ни живой груз не пострадали. Груз живой, он не закреплен, его невозможно как бы закрепить. Инертный. Вполне возможно, что водитель просто не выбрал безопасную скорость при совершении левого поворота. Еще одно необычное ДТП произошло на дороге в четверг. На перекрестке возле Славянки велосипедист врезался в заднее крыло автомобиля. Как рассказала водитель иномарки, при завершении маневра на желтый сигнал светофора в заднюю часть ее автомобиля въехал мужчина на байке. При столкновении пострадало лишь крыло Митсубиси. По поводу велосипедистов. Друзья, пожалуйста, просто слезьте с велосипеда. Я понимаю, что через каждый квартал не сядешь, не слезешь. Но если уже вы куда-то приезжаете и видите мигающий желтый, становитесь. Госавтоинспекция напоминает, пешеход и водитель – два равных участника дорожного движения, ПДД для которых – общий закон. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.